привет, сестра. Я тебе в этой стороне вообще уже 100 лет как не снимала. Я и сама здесь 100 лет не была. Не, я была позавчера здесь. Нет, в субботу. Вот. Здесь ничего не меняется. Сегодня солнечная классная погода. Местами тучки. И я иду на Маури. Наконец-то. Здесь магазинчик так и существует, видать, этот. Вот. А дубашки так и цветут. Ну, в смысле, не отцвели. Так что тебе на море сейчас все поснимаю. Дебильный перекресток, который я ненавидела. Потому что здесь ездят как хотят. А я ездила по правилам. Ой, уже море видно. А я жду девушку, которая педалит в красных штанах. Вся такая деловая, челяба на связи. Ой. Так что пошли мы гулять, козу водить. Ну и чуть-чуть тебе релакса. Сегодня такая теплая, мы в футболочках, очень хорошо. Солнышко в тучке, слава богу, зашло, потому что жарко. Прям балдеж. Вот этого мне очень не хватало в Рязани. Такой шум, так пахнет. Короче, кайфота. Я тебе хочу показать, что у нас строят. Вот мы, значит, вверху там были, сейчас там сидели на новых этих лавках. И здесь смотри, какой будет спуск. Какая фигня закругленная. Прям как в Москве, блин. Ёлы-палы. Ну, прикольно. И дальше что-то строят. Там вообще строительство прям капитальное. Мы хотим пройти на пирс, но не знаю, пройдем или нет. Там. Смотри, народ спускается где-то. Идет. Сейчас глянем. Короче, идем, смотри. Вот так мы работаем. Сидим под нас. Мы не прошли по берегу, и нам пришлось обходить черт знает где, а там оказались лужи, и мы попросили джип проезжал, нас провезли. Девушка хорошая попала через лужи, и мы в конце концов-то добрались. Ой, сейчас поднялся ветерок чуть-чуть, поэтому уже неспокойное море, бухточка. Кто-то там фотографируется, стоит. Небо какое красивое. Ловить не надо. Никакой сетки. Абсолютно ничего не надо. Это ужас, что делается. Это, я не знаю, как это назвать. Глаза болят от такого видео. Даже сачок не нужен. Вот самочка. Самочка. Самочек взял и понес. Это не знаю, как назвать. Золото Колымы. Она сама себя давит. Все. Очаки только головы едят.